Привет! И сегодня я, как и обещала, покажу изменения дизайна в связи с хэллоуинским обновлением. Давайте скорее начнем. Итак, первый код. Смотрю я из своих, и у меня первый Мьютон. Ну, мне, не знаю, мне раньше у него глаза не очень нравились, так что все-таки мне больше нравится Мьютоник сейчас. Следующее зернышко. В его дизайне я полностью разочарована. Теперь он не похож на того привычного зернышка, который, ну, привычный для меня. Теперь мы, ну, другое это зернышко, так сказать, не мой. Мне не нравится этот дизайн, все-таки я склоняюсь к старому. Говард. Ну, в принципе, мне этот кот никогда не нравился. Я никак не могу эволюционировать его дальше, потому что там он просто чудовище какое-то. Мне просто жалко такого котика превращать в чудовище. Ну, мне его, изменение его дизайна особо никак. Я нейтрально к нему отношусь, мне было хорошо тогда и сейчас. Про Бенедикта я уже говорила в прошлом видео. Ему просто добавили цвет к его глазкам. А так ни плюсов, ни минусов я тут не вижу. Красногривый. Тут такая же проблема, как и с ангелочек. В новом дизайне их сделали более мультяшными, и это меня совсем, вот вообще не радует. Не, ну конечно, мультяшный ангелочек может быть чуть-чуть милее, но все-таки старый дизайн мне более привычен. Либо я просто привыкла к старому, либо старый просто лучше. Из моих котов это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, так как у меня сейчас очень много дел. Я пытаюсь разбавить мой канал хотя бы какими-нибудь видео. Так что всем спасибо, поставьте, пожалуйста, за мои старания лайк. Обязательно подпишитесь, ведь впереди еще много чего интересного.